Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции минимизировал объем плановых медицинских услуг в поликлиниках. Жители округа просят пользоваться электронной регистратурой, вызывать врача на дом. Об изменениях в работе больниц расскажет Таисия Русия. Жителям города не стоит посещать поликлиники лично. Если есть необходимость, нужно вызывать врача на дом. В случае экстренной ситуации звонить в скорую помощь. Вся неотложная и скорая помощь у нас оказывается в обычном режиме. Стационарная помощь неотложная оказывается. Плановая помощь приостанавливается. Но при необходимости пациенты с обострением заболеваний смогут ее получать в наших стационарных условиях. То есть все отделения работают в режиме ограниченного поступления пациентов в стационар. Лечение онкологических пациентов у нас не приостанавливается. То есть мы работаем с ними и помощь им оказываем в той мере, в которой им необходимо. Плановые операции переносятся, а экстренные проводят. Изменились условия проведения медицинских и профилактических осмотров. В отделении медосмотра у нас приостановлена работа по проведению периодических медосмотров. Профилактических, работающих во вредных условиях труда, декретированной группы. Также сотрудники больниц доставляют необходимые медикаменты на дом, диспансерной группе пациентов и льготникам. Самое главное, говорят врачи, сейчас находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, не болеть и не заражать своих близких. Таисия Русия, Виталий Сидняев, новости Муравленко.